Сегодня появилась информация, что в детском оздоровительном лагере «Маяк», это в курортном районе, 33 ребенка подхватили серьезную кишечную инфекцию. На место события сразу выехала съемочная группа «Последних известий». Сейчас в лагере находится наш корреспондент Марина Гордеева. Марина, здравствуйте. Какая сейчас обстановка в «Маяке» и сколько человек действительно заболели? Здравствуйте, Алексей. Но информация о том, что 33 ребенка заболели, не подтвердилась. Всего здесь в «Маяке» около 240 человек. Отдыхают, в основном это спортивные группы, и тренировки их проходят в обычном режиме, без всяких сбоев и чрезвычайных ситуаций. Показали нам и медпункт лагеря. Он почти пустой, занята лишь одна палата. Мальчика Максима привезли накануне вечером. У него та самая ротавирусная инфекция. Сейчас он чувствует себя уже хорошо и дал нам интервью. С утра там начала голова болеть, а потом после тренировки тошнить начало. Так, температура там была 37,8. Эта инфекция протекает в течение суток. Иногда чуть больше. Температура невысокая, до 38 градусов, сопровождается она рвотой. Как правило, каких-то расстройств кишечных при этой инфекции не наблюдается. Чем старше ребенок, тем легче она переносится. Как нам пояснили, ротавирусная инфекция не требует введения карантина и вообще проходит достаточно быстро, за 1-2 дня. Прежде чем поставить диагноз, местный педиатр советовалась с врачами из городской больницы. Правда, руководство не исключает распространение инфекции и дальше, потому что дети постоянно пользуются, несмотря на все запреты, общими бутылками и кружками во время тренировок. Но, как уверило руководство, оно сделает все возможное, чтобы этого не случилось. Переболело 8 человек, лежит один человек сейчас, ну вот вы уже сказали, да, в изоляторе. Вот, ну, делаем все, чтобы не заболели. Что мы делаем? И обработку проводим помещений, естественно, с дезинфицирующими средствами, и обработку посуды дезинфицирующими средствами, то есть делаем все возможное. Среди родителей, как мы заметили, тоже паники нет. Никто детей в спешном порядке из лагеря не увозит. Впрочем, как и нет шквала звонков к руководству лагеря, хотя здесь готовы отвечать на любые вопросы. Кстати, сейчас в лагере готовится очередное развлекательное мероприятие, и в скором времени к ним присоединится и Максим. Алексей, это вся информация. Спасибо. Из детского оздоровительного лагеря «Маяк» Марина Гордеева. Там один ребенок заразился кишечной инфекцией. Ранее сообщалось о 33 детях.